Пирамиду мы передвинули так, что три центральных шара оказались на линии. Вот, мы, получается, подняли пирамиду. Если вы сделаете стоп-кадр в фильме «Классик» перед тем, как разбивается пирамида, то вы заметите, что в самой пирамиде шары стоят немного вот так по краям. Кстати, этот момент длится буквально доли секунды. Вот, и мы по такому же принципу стали ставить пирамиду. Мы стали отставлять вот эти шары крайние по совету Виктора, нашего ученика. И оно казалось так, что как будто бы пирамидка целая. Вот. Наша съемка была именно с этой стороны. Шары создавали некую дугу. Самый верхний он стоял на месте. Второй немного уже в сторону, третий в сторону, четвертый в сторону. И они, вместо того, чтобы делать такую правильную пирамиду, мы немножко расширяли этот угол. Вот. И здесь мы брали и немного вот так корректировали, делали видимость пирамиды.